Старт новому уже 16-му по счету сезону КВН по традиции дал фестиваль. В первой игре веселые и находчивые, как и всегда, ограничились лишь знакомством и представлением приветствия. Новый сезон КВНчики сразу же окрестили зачитательным, поскольку посвящен он объявленному в стране году литературы. Именно на эту тему и предстояло шутить. 14 команд принимают участие в фестивале. На самом деле, на протяжении всего года команд будет больше. Просто некоторые из них не смогли по техническим причинам принять участие в фестивале, но мы знаем эти команды, знаем их материал, и они с удовольствием примут участие в 1/4 и, надеюсь, в дальнейших играх этого сезона. Новый сезон, как всегда, это и новые участники, и таких в этом году оказалось немало. Более 60% команд этот сезон запомнят как дебютный. В числе новичков команда филологического факультета БГУ «Восток-Западный», а также сборная МПСУ. Наша команда новая, существует она недавно. Около 5 лет наш вуз и, соответственно, команда сборная БФМПСУ не был представлен в Брянской лиге КВН. Но теперь мы возвращаемся, возрождаем эту традицию участвовать в играх КВН. И сегодня мы на фестивале. Политика, брянский спорт, дороги, медицина, взаимоотношения мужчины и женщины. В своих миниатюрах командам удалось затронуть все, что сегодня актуально и общественно значимо. Первая игра сезона показала, что профессионализм брянских КВНчиков растет год от года. Именно это уже несколько лет подряд привлекает в Брянскую лигу коллективы из других городов. Среди участников этого сезона команда «Плагиат» из Курска, студенческая сборная, новые кадры из Орла, а также «Сказания» из города Ливны. Первый год у нас как сборная команда города Ливны. Вот первый год, получается, первая серьезная такая лига для нас. Знаем, что здесь хорошие команды очень играют. В общем, знали, на что идем. Продолжать традицию участия в нашей лиге белорусских КВНчиков в этом году приехала сборная Гомеля «Мы из кино». Команда существует 2 года. Мы за 2 года поиграли в Беларуси и вот решили приехать в Брянск на региональную лигу. К вам ездили наши в 2011 году команда КВН «Бруклин». Они вроде бы дошли до финала и очень хорошо отзывались о этой лиге, поэтому мы выбрали ее. Впереди у КВНчиков Брянской лиги напряженный период. Несколько месяцев им предстоит сражаться за смех в зрительном зале, оценки жюри и, конечно, за главный приз – Кубок губернатора. Кристина Пецхилау, Максим Кузнецов. События Брянск.